всех! Добрый вечер, дорогие друзья! Здрасте! Заходите все! Ждем, да, вот опаздывающих на полчаса людей. Поджидаем. Занимайте места согласно приобретенным билетам. И, наконец-то, долгожданное во всех смыслах начало второго сезона Черниговской городской лиги КВН. Ну и итог прошлого сезона все знают, я думаю, в основном. Если есть новички в зале, то скажу. Прошлый сезон, сезон 2008 года, первый сезон Черниговской официальной городской лиги КВН, выиграла команда КВН. Я забыл, какая команда. Кто помнит? Экстремальная тяга. А вот, к сожалению, нам у нас получилось соблюсти правила игр КВН Лиги Маслякова. У них есть правила в большой КВНовской лиге, что команда чемпион на следующий год участие в состязаниях не принимает. У нас получилось точно так же. У нас такого правила нет, но команда, ну как, люди остались, а команды нет. То есть взяли 5000, разделили и, собственно говоря, поняли, что дальше в жизни можно уже ничего и не делать. То есть сумма достаточная. Можно уже положить в банк и жить без денег, собственно. Причем вот самых активно отдыхающих на выигранные деньги мы сегодня увидим. Остальная часть команды, видимо, еще не все потратила, и поэтому на сцене появляться не будет. Вот. Но если все уже в зале, а заходят самые уже любители ехать... Буфетов. Да, буфетов. Поэтому можно начинать. Итак, пока еще не объявляем открытие, а просто говорим, что команды собрались. В этом году на фестиваль выходит у нас 12, я сбился. 12 команд. 12 команд сегодня будут на этой сцене. И так как сегодня пятница 13, то в принципе можно говорить о 13 командах. 12 команд на сцене и одна команда в жюри. Да, 13 команда. Итак, потихонечку начинаем вызывать команды на сцену. Во втором сезоне Черниговской городской лиги КВН принимают участие такие команды. Сильный пол. Это дебютанты лиги, впервые берут участие в наших играх. Уже ветераны, команда КВН «Студкафе». Третьим номером обозначена команда КВН «Вне закона». Еще одни из наших лиговских грандов. Команда КВН «Все включено». Команда КВН, благодаря которой наша лига начинает оправдывать свое название «Приоткрытой». Из этой команды лига «Приоткрытая» Черниговская команда КВН. Команда КВН «Борщ. Город Прилуки». Им будет скорее всего. Надеюсь, в зале есть кто-то из Прилук, так вот если. Есть, ребята, у вас есть болельщики сегодня. Команда КВН «Все свободны». Ребята, давайте плотнее, потому что все 12 не влезут. Во, можете, если захотите. Команда КВН «Дебютанты», еще один дебютанты наших игр. Команда КВН «Крошки». Перечисление участвующих команд. Еще одна команда в этом списке. Команда «Все было хорошо». Команда КВН «Все было хорошо».
собственно, не жить. Команда молодости нашей. И завершается этот список. Команда КВН с очень необычным названием. Лица вы узнаете. Лица вы действительно узнаете. Команда, которая называется «Сборная капитанов». В данный момент на сцене присутствует 11 команд, всего же 12. Команда КВН еще на не упомянута нами еще. Называется она, известное вам название такое, «С потолка». В данный момент она отсутствует, но о ней еще сегодня вспомним и не раз. Ну как бы, то есть, она сейчас во Львове. Большей частью. Большей частью. Меньшая часть, но не последняя. Меньшая часть сейчас на работе. Меньшая, но не самая короткая часть на работе, но обещала подъехать, как только закроется вена. Ну и, собственно, завершает нам список команда членов жюри. И мы начнем... Начнем! Давайте приступим к процедуре открытия. Так не хочется вот так трепет к этому открытию, и все-таки открытие. Или сначала представим жюри. Или сначала открытие. Мы не знаем. Ну как лучше? Нет, все-таки я вот волевым решением хочу представить вам членов сегодняшнего жюри. Это не совсем жюри в обычном понимании. Обычно у нас жюри поднимает оценки, там, два, вот, преимущественно один. Тоже бывали случаи. Сегодня, то есть вы первые ребята, мы гордимся, вы первые. Вот. Сегодня оценок не будет. Сегодня жюри коллегиально примет решение, какие из этих команд в этом сезоне. Это будет 7 команд, то есть из этих команд, которые на сцене, мы выбираем 6-8. То есть вот так. Скажет 12, будет 12. Скажет 15, найдем еще 3. Итак, начинаем. Депутат Чингисского городского. Постоянный член жюри. Даже скажу больше, Андрей Соколов сделал поползновение собрать команду свою. Не срослось. Кризис, друзья. Все его друзья, которые играли в КВН, сказали, мы без бабок играть не будем. Ну а бабки отказались от этого. Рядом с Андреем Соколовым свое законное место занимает депутат Черниговского городского совета Виталий Голец. Организация. Платформа. Платформа. Сила Ромады Александр Ломака. Человек, представитель Совета Старейшин, пригласить на эту сцену для торжественного открытия второго сезона Черниговской городской лиги КВН. Оксана Владимировна, Виталий Витальевич. Природная скромность Виталия Витальевича не дает ему возможности отказаться. Этим людям. Я хочу сказать, что мы и вот все ребята команды КВН благодарны этим людям, потому что больше их лиге не помогает пока никто. То есть, если будет еще люди, будем говорить спасибо и всем остальным. Но я еще бы хотела надать, что у нас не амбарник, и помогает КВН заждаться старшего времени. Я рада всіх вітати в цьому залі, в прекрасному залі. Я рада, що в нашому місті є справжній гумор, є потужні команди, які вміють посміятися і вміють насмішити всіх присутніх в цьому залі. Я сподіваюся, що ми будемо розвивати і робити наш КВН ще більш професійнішим і надалі. І дякую організаторам і сподіваюся, що ми виправдаємо надії і дамо теми для подальших КВНів. Дякую. Радует то, что в нашем городе есть замечательная открытая лига КВН, есть замечательные команды. Но хочу поблагодарить всех вас, потому что именно вы не только морально поддерживаете КВН, а финансово покупая билеты. Поэтому можете увеличивать вклады в КВН. Эти молодые люди ждут вашей поддержки.
И хотелось бы продолжать его показать. Начнем сейчас. Ну и, собственно, мы не зря вот сконцентрировались вокруг этих двух людей. Вот они заняли свое место. Прямо сейчас состоится торжественное открытие второй городской официальной приоткрытой лиги КВН. Я так понял, флаг спустить. Заявите, пожалуйста, огромное спасибо за теплые слова. Не получилось у нас с вами танцев.